Кровоточащий сосуд прижимается в ране туфером, марлевым шариком в зажиме. Затем туфер убирается, и кровоточащий сосуд зажимается кончиком бранши кровоостанавливающего зажима с минимумом окружающих тканей. Ассистент подводит под зажим лигатуру, формирует и затягивает первую петлю. После этого зажим снимается и формируется вторая и третья петли узла. Концы срезаются с оставлением около 1 мм нити.